Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Алане», «Парадайз Аланья». Нашел очень хорошую квартирку в районе Обагёль. Этот район подходит также под ВНЖ. Недалеко от моря, максимум 380-400 метров. Максимум, может быть и 250 метров. Здесь у нас открытый бассейн большой, есть генератор. Фасад здания покажем вот с этой стороны. Такой фасад. Пятиэтажное здание здесь строится. Выше не позволяет строить. Балкон большой. Квартирка под ключ. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 120 тысяч евро. Махмутлари нету, звонки. Извиняюсь. Сейчас паузу нажму. Так. Айдат 200 лир. Смотрите квартиру. Искупался на море только рано утром. Советую всем, прежде чем куда-то идти, в море 5 минут искупаться, выйти. Большая гостиная комната. Этаж первый высокий от земли. Где-то метр на высоте. Почти отдельная кухня. Зданию 15-16 лет. Второй балкончик. Подожди. Что-то телефон меня уже в последнее время не слушается. Смотри. Вот так. И туда. Или можно сразу с разбегу прыгнуть в бассейн. Это бонус, дорогие зрители. Зонтики, шезлонги. Сторона здесь западная, северная. Так что прохладно. Летом 7-8 месяцев у нас теплота. Так что кондик мало будете употреблять. Кондиционер, видите, тоже есть старенький, нужно поменять на инверторное. Так, площадь тут 30-35 квадратных метров. Так, что-то там стало с криптой. Что там стало? Ого, взлетело. Так, здесь у нас коридорчик. Санузел первый. Так. Вход. Вот хороший коридор. Даже окошко есть. Душевая кабинка. Кого интересует недвижимость в Алании? 1 плюс 1, 2 плюс 1, новостройка, вилла, тому подобное. Заранее звоните, пишите, говорите свой честный бюджет, и я вам честно все расскажу. Самые оптимальные цены, конечно, у меня. Работаем на совесть. По-другому как объяснять? Никак. Не понимает народ. Вот мраморный у нас пол. Ну, мебель нужно выкинуть, купить новую. Где-то 4000 евро как минимум обойдется новая мебель. Там пару штук, две кровати купить, диван купить. Народ, три балкона. Эта сторона. Сейчас глянем. Восточная. Там у нас дорога, магазин хозтоваров Кочташ в той стороне, метро в той стороне, Аланим в той стороне. Все в шаговой доступности рядом, есть сеть магазинов Шок, 100 метров на расстоянии. БИМ также есть, а 101 есть. Дорогие, здесь спальня, сейчас скажу вам, сколько квадратных метров. Сегодня много дел. Пятнадцать квадратных метров только вот эта спальня. Второй санузел. Вот. Проточный нагреватель стоит. Еще вам показал. Полезная вся площадь 95 квадратных метров. Минимум, так как еще три балкона, может быть даже 100-103.
Звоните, пишите. Плюс 90-555-064-91-10. WhatsApp, Telegram, Viber. Также у нас в описании есть телеграм-канал, мы тоже там делимся новой информацией, портфелью, так как я не успеваю снимать все квартиры, и очень жарко. Так что жду вас лайка, комментариев, подписки и звонка. Всем пока-пока.